Студентам Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского госуниверситета предстоят насыщенные две недели. 50 будущих врачей приступили к первой практике в медучреждениях города. Познакомиться в целом с системой организации оказания медицинской помощи в городе, с ее поликлиническим звеном в первую очередь, так как это будущие врачи, участковые терапевты, ну и познакомиться и с организацией, структурой стационарной помощи. Постигать из-за такой сложной и многогранной науки, как медицина, студенты будут под руководством врачей первой городской больницы. Учиться вести прием пациентов, заполнять документацию и выполнять простые манипуляции. Еще две недели практики ребята пройдут уже летом. Это замечательно. Это действительно подрастающее поколение, подрастающая смена. Мало того, что детям, или уже не детям, да, выпускникам севастопольских школ повезло, что есть возможность учиться действительно рядом с домом и в такой большой, имеющий исторический большой опыт первой городской больницы. В Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения готовят специалистов по направлениям лечебное и сестринское дело, медицинская биофизика и кибернетика. Обучение длится от 4 до 6 лет. Обучение проходит очень интенсивно, много всего. Очень нравится, потому что это именно то, чего я хотела. Очень много у нас и сам институт дает возможностей, и вообще много чего дают именно занятия, кафедра активно развивается, поэтому так, в принципе, все очень нравится, самое главное, чтобы хватило часов мало в сутках, чтобы все успеть. У каждого из студентов на практике буквально горят глаза. Им не терпится поскорее перенять опыт севастопольских врачей. Я очень рада. На самом деле, это просто нужно не передать за этот шанс, вообще, который в жизни выпал, за то, что у нас открыли, потому что у нас очень много, я слышала, кто хотел, чтобы открыли этот институт. И мы очень рады, потому что очень мало кто знал о том, что его открыли. И сейчас, когда узнают, и люди хотят поступать. Жанна Тарасова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.